А в Левашинском районе женщина завысила свой возраст на 11 лет. Таким образом, она решила раньше получать пенсию. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы и ее пособников, должностных лиц из числа сотрудников местного отделения пенсионного фонда и управления миграционной службы. 48-летняя жительница села Урма сделала подложный паспорт, а также обзавелась трудовой книжкой с сложными сведениями о том, что работала в колхозе. Женщина получила незаконные выплаты в размере 157 тысяч рублей.